Вместо молока – клей. Вместо крема – пена для бритья. А вместо супа – желе. На что только не идут фуд-фотографы, чтобы создать красивую картинку. Смотри в нашем новом видео лайфхаки и трюки, которые используют для красивых фуд-фотографий. Кристи – начинающий фуд-фотограф. Она уже надоела всем поварам в городе. Рози просит юного блогера сесть за столик.